Дай. Но не включили? А? А, типа противоположно? Ну, нежелательно, но, в принципе, тоже такая движуха сейчас. То, что ребята бегают, как бы их инициатива. А так, видишь, мероприятие же идет. Представляющий Московскую область город Чехов Поляков Роман. Он 2008 года рождения, ему 16 лет. Он представляет УОР номер 4. Боксом занимается 8 лет, имеет первый юношеский разряд. В ринге провел 86 боев, 62 одержал победу. Является финалистом первенства РФСО «Спартак» 2022 года, а также призер РФСО «Спартак» 2024 года. В настоящее время тренируется под руководством Прошкова и Илькина. Поляков Роман, красный угол ринга. Давай, 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 давай
ангел. Прилетело ей. Ударов пропускает кто-то проигрывает. Кто-то больше ударов не может. Отлично, попал, попал. Каждый удар считает. Ну, на правило, Очень сильно. Я думаю, он нас ненавидит сегодня.